Я собирался проверить окна, конечно. Что это? Мисс? Стоп. Сестрюня, потише. Пожалуйста, у вас есть еда? Вы в порядке? Я увидела дом, а у меня семья, мы голодаем. Мы живем вон там, внизу. Разумеется, есть. Может быть, зайдете, мисс? Бонни? Даже не знаю, Уолт. Ты ее вот так просто впустишь? Все хорошо, Кенни. Мы ее даже не знаем. Тогда мы должны познакомиться с ней, правильно, Клем? Уолт? Что может сделать одна бедная девушка? Нужно ее обыскать. Да. Спасибо вам. Правда, но скоро начнется гроза, и я должна поскорее вернуться к семье. Тогда я вам принесу сейчас что-нибудь. Вы не обязаны этого делать. Ничего, все в порядке. А как же ваши люди? Нам хватит. Ждите здесь, я сейчас вернусь. Так. У меня дочка похожа на тебя. Сколько тебе лет, дорогая? 11. Окажешься старше. Нифига себе. Брат, ты что, спятил, что ли? Это же много. Ничего страшного, даже не знаю, как вас отблагодарить. Помогите кому-нибудь еще. Спасибо вам большое. Я пойду. Берегите себя. Вы тоже. Ты чё, этот, что ли? Благотворительная ли? А нам с Уолтом нужно поговорить. Хилки-моталки. А потом ведь нам не хватит. Да, это эгоистично, но... черт подери. Клементина? Не пугайся. Иди сюда. Ладно, слушай, я должен тебе кое-что рассказать. Тот парень на мосту был другом Уолтера. Я знал, что что-то не так, поэтому спросил Сариту. Теперь они забеспокоятся, что он еще не вернулся, и что нам делать? Не знаю. Не думаю, что Уолтер знает, так что мы должны молчать. А то кто знает, что и придет ему на ум, если... Блин. Я ничего не скажу. Ладно, ладно, все хорошо. А нож у тебя? Потому что если это нож Мэтью, Уолтер увидит его, он тут же все поймет. О, черт. Нож вместе с другим оружием. Хорошо, тогда избавься от него. А я найду Уолтера и зарежу... Ой, не зарежу его. Задержу. И пригляди за Ником. Я здесь, в чем дело? Мы должны тебе кое-что сказать. Эй, если что-то не так, то я хочу знать. Нет, просто иди обратно. О, боже. Срань господня, боже, чертник, заткни табло. Я не могу, приятель, не могу. Бля, не подливай масло в огонь. Масло в огонь, все кончено, я должен рассказать ему, Люк. Что? Нет, ты... Ник, ты не должен это делать. Ты ёбнулся, что ли? Я должен. Хорошо, я понял, но... Блин, мужик, знаешь, что он с тобой сделает? Люк прав. Тебе нельзя об этом говорить. Послушай ее, ладно? Это безумие. Господи, я сам не справлюсь. Слушай, Клем, просто избавься от ножа, ладно? Ну ладно, ладно. It's gone. Его нет. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Та-ра-та-там.
Уолтер? Сейчас он таким маньяком, наверное, будет. Мне всегда нравился этот нож. Отдал его Мэтью, когда все началось. Я знаю, что он мертв. Кто это сделал? Тот парень? Как его имя? Ник? Я слышал, как он говорил про застреленного человека. Я должен был догадаться. У него это на лице написано. Это были мы. Это наша вина. Господи. Что-то мне нехорошо. Ник застрелил его. Этот Ник, он хороший человек? Или он такой же, как остальные? Он из тех придурков, которым наплевать на всех, кроме себя? Он такой же, как остальные. Он всегда ходил в одиночку. Я говорил ему, что это опасно, но нет. Он не слушал. Мы это уже лучше знать. Что происходит? Тебе нужно бежать отсюда. Беги, Форест. Будь проклят этот мир. Такие, как Мэтью, не возвращаются. Это все, его больше нет. Что ты сделал с ним? Мучил его, да? Ты мучил Мэтью? Хотел там засмеяться, но думаю, это не лучшая идея была бы. Я ничего такого не делал, ясно? Уолт, что происходит? Ветер сильно раскрутил его, этот шум привлечет ходячих. Мы должны вырубить его сейчас же. Ник, помоги мне принести оружие. Оружие? Ветер с моря дует. Черт, а что мы будем делать? А это еще что было? Черт, похоже, трансформатор накрылся. Надо проверить, понадобится помощь. Я пойду с тобой. Я тоже? Нет, это слишком опасно. Остальные, вырубите эту хрень, а? Отлично, надо просто засунуть руки в трансформаторную будку, и все будет хорошо. Кто-нибудь знает, как это сделать? Отлично. Я все сделаю. Ладно, мы прикроем тебя. Ник, давай следить за деревьями. Воу-воу-воу. Ну что, полезли? Черт, слишком темно. Берем ключик. Мы должны вырубить эту штуку. О, я думал, там надо будет, знаете, как миссия невыполнима. Правый, ой, красный провод или синий, там вся судьба от этого зависит. А тут просто ключ засунул. И даже никого током не убило. Что-то не так. Да уж. О, дерьмо. О, дерьмо. Куча ходячего дерьма. У нас не так много боеприпасов. Мы должны вернуться в дом. Они сзади.
Ой, бедный ты мой. Ах ты, козела. Упал? Все, расправились. Слушайте, ну мы так, конечно же, всех их не перестреляем, ведь их всяко больше, чем нас. О, чертово дерьмо. Опс. Опс. И теперь у нас реальная беда. Так беги, что ты стоишь, смотришь-то на них. Красавчик, Карл. Или как там тебя, Карлос? Беги, ну же. Ох, повезло. А этого парня где-то уже видел. Бежим, надо добраться до домика. Я представляю, какая там вонь будет на следующий день. Это просто жесть. Бери пушку, сестрюня. Фу. Фу. Ну, жить захочешь и не такое сделаешь. Нож. Так, берем нож. Я не понимаю, почему она не убегает? Вот этот у меня один вопрос. Ой, это, по-моему, Бен, нет? Похоже на Бена немного. Хотя не знаю, как бы он здесь оказался. Слушайте, как давно я Бена-то не видел. Пожалуйста, помоги мне. По-моему, он труп уже. А, ну все. Да. Бедняга. Нет. Давай. Где Ник? Я не знаю. Я видела, что ты сделал. Клем, внутрь. Вперед. Ну, по крайней мере, он его не прямо убил, скажем так, не оказал помощь. Ну, что, в принципе, в такой ситуации равноценно убийству. Ну, он может отмазаться, что, типа, я боялся ранить его, все дела. Ну, это, знаете, так, сделки совести. Ох, нифига себе, это кто там? Какого хрена? Вежливые войска? Оу. Оу-оу-оу, Карвер. О, черт, это цыпочка. Привет, ребятишки. Где Ребекка? Карвер. Я тоже рад тебя видеть. На. Папа! Сара? Я так понимаю, что... ребенок Ребекки от этого парня. Теперь понятно все. Это ты! Шагай! Да. Да, сурово. Только посмотрите на это место. Давай, толстозадый нигер, придумай что-нибудь. Биллу это не понравится. А остальные могут быть где угодно. Иди сюда.
Как мы должны крыть этих людей и искать остальных? Джонни, следи за окном. Here's Johnny. Вспомнилось почему-то. Так, тихо. Интересно, а что же дальше-то будет у нас? Блин, а я понимаю, что сейчас закончится этот эпизод. Обида. Слушай, я прошу только один раз. Где Ребекка? Сара, посмотри на меня. Все будет хорошо. Ребекка, наш ребенок заслужит того, чтобы расти в безопасном месте. Я знаю, что вы здесь. И Элвин, и Люк, и девчонка. Все очень просто. Если хотите, чтобы все закончилось быстро, ведите себя хорошо и покажите свои мордашки. Не делай больно папе, пожалуйста. Нет, Элвин. Нам надо спуститься. Я не могу так. Бек, ребенок. Тебе нужен доктор. Нет, где Лук и Кенни? Нам нужно помочь Карлосу. Единственный шанс помочь ему делать то, что он говорит. А что с Люком и Кенни? Посмотрите на их пушки, начнем стрелять, и люди погибнут с двух сторон. Черт. Он убьет тебя. Иди нахер. Пристрелите его, кто-нибудь, просто пристрел... Он убьет его. Ребекка, нам нужно сдаться. Билл, хватит! Бедняга. Клем, можешь дотянуться до моих рук? Кенни? Не двигайся. Я его не вижу. Я разберусь. Нет. Пожалуйста, остановитесь. Это за нашего человека. Мне не хотелось этого делать, но ты не оставил мне выбора. И вот что будет дальше. Видишь ли, я помню парня по имени Джордж, который был твоим другом. Я помню, как ты хладнокровно его убил. И все почему? Потому что меня не взлюбил? Ты мог бы написать жалобу, ты мог быть
цивилизованнее. Билл, нет! Мы сделаем, что хотим! Черт. А, ну теперь так и не выйдет. Можем продолжать так всю ночь. Ты этого хочешь? Когда уже этот эпизод закончится? Мне просто идти надо. Черт. Ребят, извиняюсь. Where's Luke? Finally cut and run, huh? Why am I not surprised? Почему я не удивлен? Я же предупреждал, говорил не идти за ним. Смотри, куда он тебя привел. Но теперь ты в безопасности. Мы идем домой. Как семья. Ладно, выстроите их в ряд. Мы идем обратно в лагерь. Я вообще не в курсах, что тут происходит. Но, видать, это конец эпизода. Я на это надеюсь. Да. Тара-та-тара. Пара-па-пара. Блин, жалко, что не вышли еще остальные эпизоды. Я бы хотел пройти. И что-то загрузка у нас повисла. Ну давай, родная, грузись. Ладно, ребят, на этом... Мы, наверное, заканчиваем временно наше прохождение. Я так понимаю, что заканчивать я его буду, когда вернусь из армии. Ну, либо если мне дадут увольнительную. Я как дурак потрачу весь день на то, чтобы играть в игрушки, вместо того, чтобы... А хотя, что мне еще делать, если у меня девушка в Питере? Она, не знаю, наверное, не сможет приехать, если это будет осенью. Let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. Посмотрим, ребят, посмотрим. Если девушка не приедет, Маша, как все знают, то я чё? Ну тогда буду сидеть записывать во время вала, а чё ещё делать-то? Ну или с друзьями встречусь, в принципе, московскими. Наверное, так поступим. Посмотрим. В любом случае, ребят, отчаиваться не стоит, когда я тебе закончу The Walking Dead. С вами был Диадант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых выпусков, которые еще очень не скоро. Всем пока-пока.